что нужно, и поспеши. Нужно быстрее уйти. Все сделано. Тюр! Беспечный щенок, тебе здесь не место. Где же ты? Я не доверяю живым волкам. Хави, нет! Не мешай, Тюр! В Асгарде не будет волков! Это с... Здесь нельзя убивать. Ты знаешь, Хави. Разум оставил тебя? Кажется, будто тобою овладел чужой дух. Норны сказали мне, волк станет моей погибелью в Рагнарёк. Ты убьешь всех волков в 9 мирах, чтобы избегнуть судьбы? Что за вздор? Возьми его и посади в клетку. Я бы посадил на цепь всех волков и псов в Асгарде, если бы мог. Я все исполню, если тебе так спокойней. Будет война, и нам нужен твой трезвый ум. Спасибо за дружбу, дарующую мужество. Спустившись так глубоко, наверх уже не подняться. Значит, остается спускаться дальше. Локи. Ты от источника, верно? Нашлось ли там то, что было нужно? Да, мех с водой источника у меня. Готов ли каменщик показать свое искусство? И как там источник? Спокойно? Мирно? А? К чему ты клонишь, Локи? Ни к чему. Просто любопытно. Источник — чудесное место, хотелось бы и мне там побывать. В это священное место пробрался какой-то волчонок. Тюр о нем позаботился. Позаботился? Как? Убил его? Нет, не убил. Тюр посадит его на цепь. В Асгарде не должны бегать волки. А, да. Верно. Мудрое решение, Хави. По мне, убить бы его, но Тюр не позволил. Тюр дает благоразумные советы. Его стоит слушать чаще. А теперь отвечай, где каменщик? На лужке поблизости. Бой ворон легко его найдет. Каменщик. А, ты как раз вовремя. Лучше места не найти. Где вода источника? Вот и обещанное. Прекрасно. Сила источника напитает магией краску, которой я наношу защитные руны. И руны не защитят тебя, если ты вздумаешь нас обмануть. Чудесная смесь. Стой! Что ты делаешь? Связываю магией Хук свой дух и эти заклинания. Так чары будут сильнее. Магии Хук? Ты узнал о ней у йотунов? У них есть подобие магии Хук, но эти чары я изобрел сам. Все уже почти готово. Можешь принести мне несколько горшочков краски? Сколько донесешь? Аккуратнее с горшком, он хрупкий. Полегче. Помни, просто ставь их, а не роняй. Осторожней. Краску можно заменить, но придется все готовить заново. Очень хорошо, как раз куда нужно. И что теперь? Может, отойдешь в сторонку, вон на тот камень. Оттуда будет лучше видно. Вот, годится? Очень даже. Так, так, и готово. Красиво, правда? Твои руны сотворили этот щит. Именно. Если все получится, он защитит твоих друзей и поджарит врагов. Покажи. Охотно. Найди в лесу пару чужаков и проверь щит на них. Только живых. Они должны быть живы. А мне этот щит не причинит вреда? Клянусь тебе в том, Хави. Вонючие твари! Прячетесь там, как трусы! Неужто я внушаю вам так жалкие крысы? Жизненный. Что благородный олень забыл так далеко от Иггдрасиля? При виде столь величественного существа у меня сердце трепещет. Последую за ним. Запутаем тупицу! Дайн безжизненный. Что благородный олень забыл так далеко от Иггдрасиля? При виде столь величественного существа у меня сердце трепещет. Последую за ним. Забудьте о правилах. Отлично, веди их ближе. Да, я сам. Вот так. Гляди-ка, точно мухи на мед. Эй вы, безродные псы, вас же целая стая. Неужели вы боитесь? Голубцы бегут навстречу гибели. Каменщик, а это твой щит должен так мерцать? Щит пока еще слаб. Твой щит ослаб, каменщик. Они прорываются. Не понимаю. Они должны быть мертвы. Удержи их, а я восстановлю щит. Теперь-то что? Твой щит рухнул! Нет! Нет! Просто надо кое-что подправить! Твой щит создает войско, но оно так же слабо, как твое слово. Ты обещал совсем другое. Уже не важно! Они идут со всех сторон! Надо было сразу отдать на Локи. Исправь все немедленно! Я не могу чертить быстрее! Если труд приносит плоды. Эти плоды не так сладкие, как ты обещал. Щит устоял. Он прекрасно сработал. Неплохо, да. Эффектно, но ненадежно. Не бойся, друг мой. Теперь все будет как надо. Я нашел правильный состав. Если хватит камня и найдется награда, я построю такую башню, что она защитит весь Асгард. Камень мы найдем, его хватит. А что за награду ты просишь? О, просто пустяк. Я хочу лишь получить в жены владычицу Фрейю. цена слишком высока. В том расчет запросить слишком много, чтобы взять свое. Я не торгуюсь, как меняла, Хави. Я всем сердцем желаю Фрейю. Так спроси себя, не стоит ли этот брак спасения всего Асгарда и его обитателей? Фрейя не вещь, чтобы отдать ее, как мешок зерна. Я спрошу, чего хочет она. Как знаешь, но я не уступлю. Щит в обмен на Фрейю. Других желаний у меня нет. Как нет и других друзей. Так что не заносись. Спорим, он растит его для воинской потехи. Тюр вроде бы добыл его в бою. Что было у источника? Посмотри, какой вырос красивый зверь. Какая мощь, а? Ясный взгляд, крепкие ляжки. Он явно хорошей породы. Глупцы. Если он станет так расти, то через месяц и Луну проглотит. Я знаю, о чем ты думаешь, Хави, но это не твой враг. Знаки приближения Рагнарёка будут ясны, я уверен. Тюр, ты бросаешь кости в игре, в которой не смыслишь. Может и так. Но я готов рискнуть. Пусть цена будет высока, я заплачу. Сейчас важнее война с йотунами. Что тебе сказал каменщик? Каменщик, скажи-ка, где Фрейя? Дают Тору советы, как управлять войском. И оба тому не рады. Тогда идем. Все вы должны слышать, что я скажу. Каменщик говорил с тобой? И все показал? Да, да. И что? Он использовал эти знаки, вещи. Твои воины. Довольно ворожить, женщина. Просто скажи мне, где враг, и я покончу с ним. Хави, ты тревожишься? Каменщик показал мне свое искусство. Сотворил щит, и чужаки, коснувшись его, погибли. Так это добрая весть. В твоем лице я читаю иное. Боюсь, цена слишком высока. Что ему нужно? Ты. Я? Асы не трелы, чтобы их продавать. Дайте я вышибу ему мозги. Не горячись, спокойно. Обсудим. Здесь нечего обсуждать. Каков был твой ответ? Что решить можешь лишь ты сама. То есть как? Ему не отказали? Пришлось уйти от ответа, чтобы выиграть время и что-нибудь придумать. А если не придумаешь, то отдашь ему меня? Я с ним поспорю на его печень, что он все построит даром. Возможно, следует... Я не стану торговать собой. Вот это новость. Погодите, придумал. Может, лучше дать ему молотом промеж ног? Все эти споры ни к чему не ведут. Дайте ему невыполнимую задачу и срок дней в 9. Когда же каменщик потерпит неудачу, Фрейя будет свободна, а мы завершим его труд. Не глупец же он, чтобы согласиться! Ты недооцениваешь умных людей, владыка Гурь. Каменщик гордится собой. Он не отступит, встретив вызов. Мне это не по нраву. И мне, но выхода нет. Локи, договорись с каменщиком. Я все исполню, Высекатель Рун. Ты споришь силой, которая не подвластна тебе. А ты очень желал этой сделки. Мы асы. А она Вана. Берегись, не приближайся! Волк! Тюр, назад! Я справлюсь! Здорово! Локи! Этот волк мой! Не мешать, я его поймаю. Ну и чудовище! Вот так охота! Я прикончу его. Я наточу свой топор и твои клыки, тварь! Стой, волчье отродье! Ты ли волк из пророчества? Ты ли мой рок? Тебе ли суждено погубить меня? Я восставший из мертвых! Я оживший дух! Я не умру! Посмотрим, кто сильнее. Твой жребий или моя воля? Если я пощажу тебя, ты отступишь? Тебя предупреждали, и вот чем кончилось! Хави, нет! Чиди! Прочь с дороги, Локи! А твоя клятва не проливать мою кровь! Отступи, и я ее не пролью! В нем моя кровь! Что? Это мой сын! Ублюдок! Тюр, ты выкормил этого волка. Ты станешь его стражем. Вези его на Люнгве, посади на цепь. Позаботься, чтобы он не покинул остров. Я спрошу Дверга Ивальди. Может, он сумеет отыскать решение. Пойдем. Все будет хорошо. Будь добр к нему, справедливый. Локи, ты за это ответишь. О, в этом у меня сомнений нет. Небеса темны, как дурные знаки. Невозможное торопит меня. Скажи этому олуху, что не... Мне просто любопытно, Дверг. Не хотел тебя задеть. Я всего-навсего еще... Не даю даром. Прошу прощения, что помешал, мастер. Кузнец, а теперь мне пора идти. Что ты хочешь получить сегодня, Хави? Бездонные штаны? Вдруг обделаешься на поле боя? Верят ли дверги, что переживут последнюю битву? Хави, мой добрый тюремщик, ты же знаешь, дверги ничего не дают даром. Хочешь услышать ответ? Предложи мне достойную плату. Какую? Нечто открытое лишь тебе, зоркое око. Поделись со мной своим тайным знанием мира. Люди переживут Рагнарёк, укрывшись в роще Ходмимер и питаясь утренней росой, а затем возродят род людской. Люди и правда крепкие существа, пожалуй, крепче, чем мы думаем. Знай же, что многие дверги погибнут в последней битве, вернутся в землю и снова станут частью гор. Ты толкуешь о теле, я же спрашиваю о ваших хук. Может ли дух жить, когда умирает тело? Одни верят, что Хук входит в творение наших рук. Другие, что живет в песнях. Сказать по правде, плевать я хотел на эти россказни. Если это все, что тебе нужно, проваливай и не мешай мне. Есть еще просьба. Выкуешь цепь, которую не разорвать. От цепей мало толку. Одно слабое звено и все. Я сплету такую привязь, что не порвать и Тору. Она должна удержать чудовищного зверя. Всю свою силу я вложу в этот труд, Хави. Все свои знания и все мое искусство. А что я получу взамен? Исполни то, что сказал, и твой долг будет уплачен. Я чую подвох. Где он? Никакого подвоха. Сплетешь эту привязь, и твой долг искуплен. Для этого мне понадобятся небывалые вещи. Назови. Вот тебе список. Медвежьи жилы есть, дыхание рыбы и... Что это? Кошачьи шаги, корни горы? Да где же такое взять? А мне почем знать? Загадки подскажут тебе. Мне сейчас не до загадок, Дверг. Эти загадки стары, как сам мир. Радцы дали их нам. Ни и Ниди, Нордри и Судри, Австрии, Вестри, Альтьев. Мне все ясно. Я скоро вернусь. Двален, Бивур, Бавур, Бембур, Нори, Ан и Анар, Ойн, Мьогвитнер, Вейк и Гандальф, Виндальф, Трайн, Тек и Торин, Вит и Лид, Нюр и Нюрат, Регин и Рацвин. Erkink at folk at Лок. Одна из статуй Фрейи. Как ты залез туда, котик? Вот, значит, как. Что ж, иди. Вниз. Готово. Кто знал, что можно поймать звук? Основание уже готово? Он Он быстро работает. Чересчур быстро. Кажется, это здесь. Клянусь, дверги любят загадки больше женской ласки. Вот оно, семя, в каменной хватке гор. Чтобы освободить его, нужен жар. Нужно отнести корень Ивальди, пока не поздно. Вот гора, что мне нужна. Ничего выше здесь нет. Ничего выше здесь нет. Посмотрим, что ты сделаешь. Как ему удается строить так быстро? Вижу я, что это отнюдь не простой каменщик. It's that Loki broken it. Звук кошачьих шагов я всегда узнаю. Давай сюда. Мне удалось найти все, что ты просил. Скоро ли ты сплетешь волшебную привязь? Как только она сама захочет. С такой магией спешить нельзя. Она течет, как пожелает. Пришли весть, как будет готова. Кстати, к слову о Хук. Тут заходил один мой родич, кое-что рассказал. Не верю я в совпадение, так что слушай даром. Что он сказал? Мол, Борин, муж его сестры, выпил тут мед из Йотунхейма. И его Хук оказался в теле козла. Чтобы дух Дверга очутился в теле козла? Что еще смешней, сестра и не заметила. Хави! Меня в это не втягивай. Башня почти завершена. Не бойся. Время течет очень быстро. И все же не слишком. Я чувствую, что меня ждет западня. Тому, кто чувствует западню, легче ее избежать. Ты что, действительно хочешь отдать меня каменщику? Это пустяки. Он не пережил бы брачной ночи. Ты бы позаботилась. Тебя бы взять, да отдать ему в жены, лживый язык. Не стоило тебя использовать. Я заставлю каменщика выложить мне всю правду. Скверное извинение, но лучше, чем ничего. А после каменщика возьмись-ка за подлеца Локи. Он постарался, чтобы мы угодили в эту западню. Если это козни Локи, я покараю его, невзирая на побратимство.